Хей-хей, друзья, с вами Стив Про, и сегодня я покажу мод на полярных медведей для Майнкрафта PlayStation. После установки этого мода в вашем Майнкрафте появляются настоящие полярные медведи, которые будут спавниться только в Антарктиде. Вы знаете такой биом, поэтому сразу отправляйтесь туда. Ну что ж, первым нашим медвежонком будет такой маленький медвежонок, который от нас уже убегает. Но этого маленького, можно сказать, наглеца вы можете приручить с помощью совершенно обычной кости. Вы просто тапаете этой костью по медвежонку, после чего она сразу приручится. Но если вам не нравится маленький медвежонок, вы можете перейти сразу к большому медведю и также его приручить с помощью совершенно обычной кости. После чего они должны вас защищать в совершенно обычном бою. Так, у нас опять появился большой медведь, и у нас очень сильно начал почему-то лагать Майнкрафт. Я не знаю, с чем это может быть связано, а по идее это может быть связано с тем, что здесь используется текстура высокого разрешения. Но я вряд ли в этом уверен, потому что текстуры здесь не такие уж классные. Вот. Но, как видите, здесь у нас уже начали бегать медвежата, и большая медведица тоже почему-то стоит. Так, наверное, ты хочешь побегать, нет? Иди бегай, я тебе разрешаю. И факт еще заключается в том, что если рядом с медведицей будет стоять маленький медвежонок, то она будет пытаться вас убить. Поэтому будьте предельно осторожны и смотрите, нет ли рядом с медведицей маленького медвежонка, иначе она вас растерзает в клочья, друзья, это правда. Вот такая информация, но почему-то защищать они нас даже не хотят. Давайте попробуем жителям повернуть вот этот эфир. Ну, он от нас, конечно, сбежал, что же мы ожидали, но очень классный мод, поэтому ставьте лайки и подписывайтесь на канал.